Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели», в студии Анастасия Кладинова. Коротко о главных событиях прошедших дней. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. На сегодняшний день, как мы видим, ведутся монтаж металлоконструкции. В поселке Мирный возводят новую котельную. Но то, что начали чистить пруд, я просто счастлива. В округе продолжаются работы по очистке водоемов. Заканчивается работа по устройству монолитных конструкций. Значит, монтаж металлоконструкций. На каком этапе реконструкция стадиона «Торпеда» узнаем в выпуске. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за прошедшую неделю, отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Доклад от Криворучка Михаила Владимировича по задаче, которую ставит губернатор, это приведение в порядок и в соответствие торговых объектов, нестационарных торговых объектов. Постоянный контроль над ними, как эта работа ведется. С начала года по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева началась работа по приведению в нормативное состояние объектов потребительского рынка и услуг, расположенных вдоль вылетных магистралей и центральных улиц в Московской области. В городском округе Люберцы проведен мониторинг более 130 объектов, расположенных на Егорьевском, Касимовском и Быковском шоссе. 74 из них признаны несоответствующим требованиям действующего законодательства и отнесены в так называемую «красную зону» для принятия соответствующих мер. Так, с начала года на территории нашего округа произведен принудительный демонтаж 10 объектов «красной зоны», как объектов, нарушающих требования безопасности. Приведены в нормативное состояние фасады и прилегающие территории 13 объектов. В работе остается 51 объект. Отмечу, что работа по приведению в нормативное состояние объектов торговли успешно проводится на территории городского округа уже не первый год. Так, за этот год выявлено 75 несанкционированных торговых объектов, демонтировано 48. Работа в этом направлении будет продолжена. Объем работы предстоит немалый. В планах у нас демонтировать более 100 объектов. Большая работа проделана, но это только начало пути. Потому что таких объектов привести, соответственно, нужно очень много. Совершенно верно. Те предприниматели, которые идут на улучшение, на изменение соответствия тому бренд-коду, который утвержден Министерством благоустройства, необходимо помогать и оказывать содействие. Те, кто, конечно, не реагирует, тогда уже до крайних мер доходить. Следующий доклад о подготовке округа к отопительному сезону. Докладчик Караваев Владимир Михайлович. В городском округе Люберцы в рамках подготовки округа к зиме, к сезону, проводится и реализуется план капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках реализации плана у нас проходит как утепление фасада, ремонт кровель, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена газопроводов фасадных и ремонт отмосток. Всего в плане у нас на 2024 год отремонтирует 153 многоквартирных дома. В работе сейчас находится 27 домов и уже выполнены работы по 19 многоквартирным домам. За прошедший период в динамике за неделю у нас зафиксировано было 4 случая невывоза мусора. 1 по вине рекоператора, 3 по вине дворников. Руководителям управляющей компании просьба, и, конечно же, в основном центральные места их в первую очередь нужно проверять, но и вторая, и третья линия в коем случае не должна страдать от уборки, от количества выездов. Но не должно в 9 часов утра на площадке быть так замусорено. Работа единой диспетчерской службы доложит Толстяков Виктор Сергеевич как раз о количествах поступающих жалоб, предложений от наших жителей. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 3649 звонков, из которых зарегистрировано было 1745 обращений. В красной зоне по-прежнему управляющая компания «Люпоправдом» 40% выполнения обращений в срок. Ну, я, насколько знаю, невыполнение оставшихся заявок связано с заменой светильников. Этот вопрос отдельно с руководителем управляющей компании обсудим. Отмечу компанию Smart Service, единственная управляющая компания, которая, находясь в желтой зоне, по итогам предыдущего периода переместилась в зеленую. За неделю очень себя хорошо показали ЖЭУ-сервис, Смарт-сервис. Спасибо руководителям, что так активно отреагировали. Следующий доклад у нас о работе окружного управления социального развития. докладчик Балаховской Виктории Николаевны. Всего в настоящее время на учете в нашем управлении получают меры социальной поддержки свыше 280 тысяч граждан, из которых 195 тысяч – это жители городского округа Люберцы. В рамках проекта цифровизации каждое социальное ведомство, которое предоставляет те или другие государственные услуги гражданам, проводит масштабные работы по упрощению процедуры коммуникации с гражданами и переводят в цифровой формат те или иные услуги. Проактивный формат реализован для назначения региональной социальной доплаты к пенсии, для назначения выплат на приобретение одежды обучающемуся из многодетной семьи ребенку-инвалиду, назначение компенсации по оплате ЖКУ, назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом и выплата к юбилею совместной жизни и вручение подарка первокласснику. Коллеги, по повестке все вопросы. Есть дополнение, предложения? Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. В поселке Мирный продолжают строить социальные объекты. В жилом комплексе Томилино Парк возводят современную котельную, которая обеспечит теплом весь микрорайон. На каком этапе сейчас работа, проверил глава округа Владимир Волков. Строительно-монтажные работы на месте будущей котельной стартовали в конце марта этого года. Сегодня уже готов фундамент здания и дымовой трубы. Готовится поставка 3 котлов. Мощность каждого 18 мегаватт. Возведение социально важного объекта идет по графику. Бригада стоит в количестве 50 человек. То есть на сегодняшний день, как мы видим, ведутся монтаж металлоконструкции, ну и последующие перекрытие кровли будет выполняться и ограждение сэндвич-панелей стен. Мощность новой котельной составит 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом и горячей водой не только те дома, в которых уже проживают люди, но и МКД и социальные объекты, которые появятся здесь в будущем. Вопрос котельной, вопрос отопления в прошлом году стоял остро, так как в начале отопительного сезона была просадка по температурному режиму. То есть тепла не хватало по нормативу. Было тепло, но жители некоторых квартир говорили, что недостаточно. Мы оказали содействие в том, чтобы максимально быстро разместить новую котельную. Дымовая труба будет установлена уже в сентябре, а в середине ноября стартует пусконаладочный процесс. Полностью завершить строительство планируют в конце декабря. До запуска работы новой котельной дома будут получать тепло от старой. Для перестраховки там установили еще один дополнительный котел. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе проходит капитальный ремонт МКД. В домах утепляют фасады, ремонтируют кровли, приводят в порядок инженерные коммуникации. Еще один вид работ – замена лифтов, которые отслужили 25 лет. Подробности далее. Дом 11 по улице Воинов-Интернационалистов построен в 1998 году. В прошлом году ему исполнилось четверть века. Это значит, что здесь пора менять лифтовое оборудование. В этом МКД 3 подъезда, в каждом по одному лифту. Лифты, конечно, они выходят из строя, ломаются. Оборудование было уже ветхое и изношенное. В данный момент меняются на более современные, новый лифт. В зависимости от сложности работ на замену лифтов в среднем требуется 2-3 месяца. В этом доме процесс стартовал в конце мая. И уже сейчас специалисты наносят последние штрихи, устанавливают новое обрамление на входной группе. 31 июля новое оборудование запустят в тестовом режиме. Сейчас Серпуховской лифтостроительный завод вышел на, на план выполнения более уже современных лифтов по новому ГОСТу. Так что лифты надежные и выполняются по новому ГОСТу, который сейчас у нас есть на всех почти заводах. Всего в этом году в Люберцах обновят 16 единиц лифтового оборудования в 3 МКД. После завершения работ в домах округа не останется ни одного грузоподъемника, отслужившего свой срок. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Солнечной улице ввели в эксплуатацию детский сад на 170 мест. Когда дошкольное отделение нового образовательного комплекса «Созвездие» примет маленьких воспитанников, узнали мои коллеги. К встрече детей все готово. Игровые комнаты, спальни, музыкальные и физкультурные залы укомплектованы мебелью, развивающими настольными играми, спортивным инвентарем. Для приготовления и хранения горячих и холодных блюд пищеблок оснастили пароконвектоматом, варочным котлом, холодильными камерами. Полностью обустроена и прилегающая к саду территория. Здесь была просьба как раз-таки сделать больше места для детей, чтобы они могли заниматься спортом, бегом, прыжками и просто быть подвижными. В то же время все необходимое на всех площадках имеется. Очень качественно сделано благоустройство, произвели озеленение. У нас новый микрорайон. Он разрастается, и, конечно же, все жители ждали дошкольное отделение. Лицензию на образовательную деятельность мы получили. Мы готовы встретить наших ребят. Штат укомплектован полностью. Места в саду тоже распределены. Здесь предусмотрено 7 групп, в их числе одна ясельная. Дошкольное отделение откроют 2 сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Малаховке завершено строительство государственно-частного детского сада. Инвесторы возвели новое учреждение образования на месте старого здания, которое находилось в аварийном состоянии. Малыши будут углубленно изучать английский язык, а также посещать бассейн и соляную пещеру. Тему продолжит наш корреспондент. Снаружи здание, напоминающее средневековый замок, а внутри современное пространство, где все обустроено по последнему слову техники. На первом этаже расположены группы для самых маленьких воспитанников, пищеблок, бассейн и соляная пещера. На втором спортивные хореографические залы и группы для детей старше 3 лет. Это наш второй проект. Первый у нас уже действует больше 5 лет. Поэтому решили создать новый детский сад в Люберецком районе, для того, чтобы была возможность развивать детей, помогать детям, идти в будущее, закладывать в них фундамент, для того, чтобы они научились здесь учиться и любить учиться. До старта учебного года еще месяц, но здесь практически все готово для встречи воспитанников. Остается завершить благоустройство территории, а также провести генеральную уборку в помещениях, чтобы установить мебель и интерактивное оборудование. Проведенную работу оценил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Садик формата частного инвестирования, а если смотреть шире, это государственно-частное партнерство. То есть здесь было здание брошенное, двухэтажное, которое город выставлял неоднократно на конкурсные процедуры, его никто не забирал. Мы проработали вопрос как раз-таки с компанией, которая профессионально занимается дошкольным образованием. Сад прошел полностью капитальный ремонт. Появилась новая архитектура, которая фактически за мной находится. Очень красивый, интересный объект. Есть планы также по развитию, расширению образования. И в последующем они рассматривают открытие начальной школы, поэтому мы всячески будем приветствовать эти начинания. Посещать детский сад нового поколения смогут 180 малышей от 1,5 лет и старше. С воспитанниками будут заниматься логопеды и психологи. Предусмотрена группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное учреждение распахнет свои двери 1 сентября. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озер и рек в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей и представителей администрации. Кореневский пруд – любимое место для прогулок местных жителей, но за последние 20 лет работ по его содержанию не проводилось, и он начал погибать. В воде обвалы деревьев, тина и бытовой мусор. В администрацию городского округа поступали многочисленные просьбы краснодарчан расчистить пруд, и сейчас работы начались. Сегодня у нас подрядчик приступил к санитарной расчистке данного водоема по огромному количеству просьб неравнодушных жителей. У нас работает профильная техника, убираться будет растительность по берегам водоема. Максимально все, что можно будет сделать для приведения любимого нашего пруда в порядок, конечно же, мы сделаем. Тут всего-то нужно просто почистить, для того, чтобы там ключи есть. Он будет процветать, потому что в 1969 году, когда я еще работала на заводе, тут спокойно все купались. Тут было все замечательно. Но то, что начали чистить пруд, я просто счастлива. Конечно, для нас очень приятная новость, что данный участок и данный пруд начинают облагораживать, потому что, несомненно, любые хорошие деяния, они полезны для нашего района. За этот год в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» очищены 3 водных объекта. Теперь на очереди Новокрасковский карьер. Вместе с жителями поселка Краскова ход санитарных работ проверил глава округа Владимир Волков. В данный момент мы находимся рядом с микрорайоном Новокраскова. Здесь идет удаление камыша. Вот на заднем фоне как раз работает спецтехника. Как правило, после такого комплексного подхода, очистки территории, береговой линии, выемки всего того, что находится на дне водоема, в последующем, после очистки каждого водоема, подрядная организация также проводит системную уборку. Здесь больше загрязнения выявляются тогда, когда весной тает снег, стекает все с ливневок, и, естественно, вода мутная, грязная. Мы очень активно пользуемся карьером, мы здесь купаемся. Мы очень рады, естественно, тому, что здесь происходит, даже не ожидали. Санитарные работы на этих водных объектах закончат к концу августа. Всего в городском округе за 2024 год запланирована очистка 5 водоемов. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Всероссийский экологический тур «Green Drive» шагает по стране. В течение всего лета специальные фургоны с инвентарем для уборки территории курсируют по России. Позади уже десятки городов и километры очищенных от мусора территорий. О результатах акции в Люберцах расскажем в сюжете. В округе привели в порядок береговую зону Пехорки. Всех участников обеспечили перчатками, мешками для мусора и фирменной атрибутикой акции. Экологический тур объединил жителей всего Подмосковья. Многие пришли семьями. В детстве и на работе участвовала в субботниках, но сейчас вот дочь мне предложила, я с удовольствием пошла. Чисто, чтобы было, мир, чтобы стал чище. Убирать надо везде. Я приехала в Люберцы из Воскресенска. Мы еще хотим в Электростале прибраться и в Раменском. Может быть, еще подключим кого-нибудь из людей, чтобы нас побольше было. Потому что земля сама требует, чтобы мы прибирали. Чтобы она была чистая, чтобы она дышала, чтобы она жила. Это вообще замечательно, что вот мы все вместе вот так вот взяли и собрались. В Люберцах усилиями волонтеров и жителей с берега реки собрали более 8 кубов мусора. Мы рады, что мы приехали в город Люберцы. До этого объехали много городов, и Чебоксары, и Казань, убирали и парки, и также зоны отдыха жителей. А все мы хотим жить в чистом месте, в чистой планете, да? Но надо начинать с себя. Вот поэтому наша такая миссия. Мы в выходной день пришли сюда и с радостью убираемся. Экологический тур завершится в сентябре. Всего он охватит более 100 городов России. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Гражданской обороне Московской области исполнилось 87 лет. В честь этого праздника ветераны службы провели торжественное мероприятие, которое включило в себя конференцию, награждение представителей пожарной охраны, а также смотр техники. Местом встречи ветеранов гражданской обороны стал городской округ Люберцы. Торжественное собрание в честь 87-летия гражданской обороны Московской области началось в актовом зале Люберецкой администрации. Участники встречи посмотрели фильм, посвященный итогам 2023 года, а затем прослушали доклад о работе местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны. Гостей конференции поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Служба укрепляется, традиции крепки и традиции продолжаются, так как в самые сложные времена прошлого столетия и сложные времена, которые у нас сегодня происходят в зоне специальной военной операции, там, где ваши коллеги, сотрудники трудятся и обеспечивают безопасность, восстанавливают регионы для мирного населения в условиях военного времени. Эти традиции были заложены вами. Огромные слова благодарности ветеранам, которые создали эти традиции, которые заложили основы службы и передали ее новому поколению. Ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы наградили памятными медалями и нагрудными знаками МЧС России. Затем гостей мероприятия пригласили на парковку Дворца спорта «Триумф» на смотр выставки спасательной и пожарной техники. В Московской области создана система, Московская областная система действий по предупреждению ликвидации данной ситуации на принципе разумной достаточности, защиты населения, объектов, поселений от всех угроз, которые могут быть. В том числе паводки, пожары – это природные циклические явления, техногенные аварии, и так далее. Ветераны гражданской обороны приурочили это мероприятие к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Следующее подобное собрание запланировано на 4 октября. Эта дата отмечена в календаре как День гражданской обороны Российской Федерации. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Подмосковье стартовала акция по безопасности дорожного движения «Слепая зона». У нас очень часто аварии происходят с участием большегрузного транспорта. То есть, разбирая анализ таких аварий, да, мы понимаем, что это не за отсутствие опыта, там, это несчастный случай из-за того, что водитель попадает в слепую зону. Представители Союза безопасности дорожного движения раздали водителям информационные наклейки и напомнили об опасности слепых зон. По статистике, она становится причиной ДТП более чем в 70% случаев, а треть таких аварий связана с наездом на пешеходов. Люберцы – это стартовый город, с которым мы начинаем эту акцию. У большегрузного автомобиля несколько слепых зон, но наиболее часто происходят аварии вот именно с правым углом, правый передний угол. Мы как раз сюда наклеиваем наклейку, предупреждающий знак. Не только водители автомобиля, но и пешеходы могут попасть в слепую зону. Соответственно, читая эту надпись, они понимают, что находятся в слепой зоне и водители не видны. Надеемся, что благодаря вот этой акции станет меньше аварий на дорогах. В Московской области проходит серия образовательных форумов для волонтеров. Одна из встреч состоялась в городском округе Люберцы. Более 100 добровольцев из 6 муниципалитетов приехали, чтобы получить новые знания и познакомиться с единомышленниками. Подробности далее. Такое большое количество волонтеров на одной площадке можно встретить разве что на крупных мероприятиях или праздниках. Там они берут на себя роли организаторов, помощников и координаторов. Но сегодня тот случай, когда встреча посвящена именно им, людям, готовым добровольно приходить на помощь, когда это необходимо. На сегодня движение «Волонтёры Подмосковья» одно из самых крупных в Российской Федерации. Например, если мы рассмотрим городской округ Люберцы, то ребята сейчас, кластер волонтеров, занимает 4-ю позицию в Подмосковье. Поэтому здесь не только нужны практикумы и событийные мероприятия, в которых ребята принимают непосредственное участие, но, конечно же, образовательные такие функциональные истории для того, чтобы они просто напитались новыми знаниями, подружились, познакомились между собой и уже заряженные пришли в свои ячейки, в свои муниципалитеты для реализации новых идей. Участники форума прошли образовательную программу и практикум в виде игры. Узнали, что такое этический кодекс волонтера, и предложили свои варианты главных правил, которых должен придерживаться каждый доброволец. Да, может быть такое, что ты уже что-то знаешь из этого, но это даже и лучше, потому что ты можешь поднять руку и сказать, что вот, а я думаю иначе, вот давайте вот сделаем это так, давайте расскажу вам по-другому. И, естественно, идет что-то новое, поэтому я считаю, что это очень полезно, как и для волонтеров, так и для школьников и, в принципе, для обычных людей. Для меня это в первую очередь общение, то есть я вижу с большим количеством сверстников, у меня появилось много новых друзей среди волонтеров. Опять же, это массовые мероприятия, интересные концерты, про которые я даже не знал бы. В настоящее время армия волонтеров городского округа Люберцы насчитывает более 3000 человек. Это не только школьники и студенты, но и представители благотворительных фондов и организаций. Сейчас основная деятельность направлена на помощь бойцам СВО в тылу. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах по инициативе Комитета семей воинов Отечества и участников СВО состоялся митинг, на котором почтили память погибших детей от военной агрессии киевского режима. А вечером того же дня прошла акция «Свеча памяти». Там работала наша съемочная группа. Нацисты бьют вглубь нашей страны. Целенаправленно по больницам, жилым домам, храмам, пляжам. Чужих детей не бывает. Каждый погибший ребенок – это горе и потери для России. Люберцы скорбят по всем невинно убиенным. И мы молимся, чтобы наши бойцы как можно скорее вернулись домой с победой. И эти ужасы бесконечных обстрелов гражданских прекратились навсегда. С 2014 года в результате обстрелов Донбасса, Новороссии и других регионов России погибли больше 300 детей. Участники митинга возложили алые гвоздики, лампадки и мягкие игрушки к мемориалу «Дети войны». Запустили белые шарики, а почтили память минуты молчания. Наши сердца, наши души с детьми, которые были убиты на Донбассе, не полностью, и где на Донецком направлении, и Луганском направлении. Это мероприятие очень важно для как России, так и для тех людей, которые находятся сейчас на линии передовой, на передовой линии. Сегодня мы собрались здесь, в этот памятный траурный день, чтобы выразить свое соболезнование, свою любовь всем жителям нашей страны необъятной. Донбасс с нами, скорбим по невинно убиенным детям на войне. Читать фамилии и имена детей очень тяжело. Это очень страшное горе. Наверное, нет тяжелее горя потерять своего ребенка. А в 10 часов вечера около часовни Всех Святых состоялась акция «Свеча памяти». К ней присоединились жители городского округа и представители общественных организаций. Активисты партии «Единая Россия» держали в руках стенды с именами детей и их трагическими историями. Всего в Люберцах зажглись больше 500 свечей в память о детях-жертвах войны в Донбассе. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Центральном парке городского округа Люберцы состоялся арт-пикник, который организовал благотворительный фонд «Сердце детям». Цель мероприятия – укрепить отношения в семье, потому что совместная досуговая деятельность очень объединяет, и мы всегда поддерживаем. И плюс ко всему, раз мы занимаемся просветительской деятельностью, научить чему-нибудь такому, подать форму, показать форму полезного досуга, чтобы родители уже видели, если чем-то интересуется их ребенок, то это можно развивать и дальше как бы этим увлекаться. Благотворительный фонд «Сердце детям» существует в Люберцах с 2022 года. Организация помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На арт-пикнике для всех гостей организовали настольные игры для детей и фотозону, а также посетители участвовали в мастер-классах по декорации фоторамки, плетению браслетов и бус из бисера и росписи шопера. Делаем фоторамку красивую, вот, и украшаем ее, делаем декор на память из полимерной глины. Как тебе мастер-класс? Отлично, прикольно, мне понравилось очень. Состоялся третий этап ежегодного конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». На этот раз участники проекта дефилировали на сцене культурно-просветительского центра. Как справились с таким непростым заданием конкурсанты, узнаем в следующем сюжете. Эти супружеские пары доказали, что им все задания по плечу. И выход на большую публику для них не тяжелое испытание, а еще один ценный опыт. Да и выступать на сцене вместе не так страшно. У нас есть внучка, 3 детей, уже все взрослые. Я пенсионерка, он еще вот работающий. Ну, мы оба работаем. Я на пенсии, надо чем-то заняться. Вот решила попробовать. И позвала мужа. Он тоже согласился. Да, как говорится, соблазнила. Да. Заряд энергии, очень хороший коллектив, хороший. Ребята, вот, нам очень нравится. Главное участие, как говорится. Третий, заключительный этап конкурса включил в себя несколько дефиле. Сначала участники вышли в брендированных футболках губернаторского проекта «Активное долголетие», затем в образе дачников и в праздничных нарядах. Конкурс не заканчивается, мы подводим небольшую черту, потому что дальше у нас будет еще экскурсия, мы повезем их на экскурсию, у нас будет еще мастер-класс на шоколадной фабрике. Имена победителей по традиции станут известны во время празднования Дня города. В этом году оно состоится 31 августа. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Волков проверил ход реконструкции стадиона «Торпеда». Масштабная перезагрузка главного спортивного объекта началась в прошлом году. На сегодняшний день общая строительная готовность более 50%. Подробности у нашей съемочной группы. Реконструкция стадиона «Торпеда» – одно из долгожданных и значимых событий в городском округе Люберцы. Спортивный объект, который славится богатой историей, давно нуждался в обновлении. В августе прошлого года здесь стартовала масштабная стройка. Работа идет каждый день и в любую погоду, без перерыва и выходных. Заканчивается работа по устройству монолитных конструкций. Начат монтаж металлоконструкции, козырька, трибуны. Выполнена подготовка основания под футбольное поле, уплотнено. Ведутся работы внутренние по устройству внутренних перегородок сантехнические работы. На объекте трудятся 45 монолитчиков и 20 каменщиков. Каждый этап проводимых работ под контролем властей. На очередном выездном совещании глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с подрядчиками детали проекта. Самые сложные работы, связанные с перекладкой коммуникаций, заливкой монолитных бетонных конструкций, выполнены. Дальше работы пойдут, конечно, уже гораздо быстрее. Проходит закупка оборудования. Ждем этот объект, ждем с нетерпением и, конечно же, на открытие мы пригласим всех жителей городского округа Люберцы. Вот объекта в эксплуатацию запланирован в конце этого года. Уже в начале следующего состоится открытие обновленного стадиона. Здесь появится физкультурно-оздоровительный комплекс, где жители округа смогут заниматься различными видами спорта. Футбольное поле с подогревом, беговые дорожки, зоны воркаута и трибуны с навесом. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. На стадионе «Электрон» состоялся отборочный этап турнира по фиджитал-футболу на Кубок Молодой Гвардии. В округе его организовали при поддержке местного отделения «Единой России». В каждой команде по 7 участников. Соревнования сочетают киберспорт и традиционный футбол. Такого рода состязания в Люберцах провели впервые. В отборочном этапе состязались команды из Люберец, Жуковского и Бронец. Матч за звание чемпиона пройдет в августе. Проводятся два матча, один на компьютерной игре, другой на поле, и счет суммируется. Игрокам нужно сочетать как умения на площадке, так и мыслительную деятельность в компьютерной игре. Я занимаюсь футболом 9 лет. Вот фиджитал соревнования – это интересно, так как играть в фифу и выходить на поле с счетом, который был в фифе, ну, это очень интересно. Вот ты проиграл в фифе, и придется всей командой отрабатывать на поле, чтобы выиграть соперников. Но я надеюсь, что будут чаще проводиться такие фиджитал состязания у нас в Люберцах, и всегда буду принимать участие в них. Агрофирма «Поиск» вновь встречает друзей и коллег. Крупнейшая в России компания по селекции и семеноводству провела день открытых дверей. О новых достижениях компании и вопросах, которые интересовали участников встречи, расскажет Богдан Колесников. Лекции, обучающие мастер-классы и дегустация собственной продукции агрофирмы. День открытых дверей объединил фермеров, представителей садовых центров и бизнес-партнеров со всей страны. Приехали познакомиться с новой продукцией компании «Поиск». Сотрудничаем с ней давно, но приехали первый раз, чтобы познакомиться и заодно импортозаместить наш, скажем, такой ассортимент, которым мы, в принципе, торговали раньше. Побольше хочется ознакомиться с ассортиментом для того, чтобы предложить нашему покупателю больше выбора, скажем, на наших прилавках. У агрофирмы «Поиск» более 3500 клиентов по России. И многие сегодня в этом зале. Обмен опытом и реализация совместных проектов – одна из ключевых задач встречи. Говорили о перспективах развития зеленого бизнеса, обеспечении фермеров высококачественной продукцией и новых достижениях в области селекции. Нам есть что сказать, потому что на сегодняшний день все-таки мы однозначно лидер российского рынка для продукции сада и огорода. Причем по целому ряду позиций мы абсолютные лидеры. Это если взять и суммировать семена овощных культур для профессионалов, для любителей и для торгующих организаций. Декоративные плодовые растения, луковичные растения, производство сеянцев и черенков. Это все позиции, в которых компания занимает лидирующее положение. На российском сельскохозяйственном рынке агрофирма «Поиск» более 30 лет. За это время компания выросла в крупное предприятие, в состав которого входят селекционные центры и питомник растений. На этой демонстрационной площадке овощей открытого грунта можно увидеть селекционные разработки по всем культурам. У нас шикарная линейка базиликов с различными ароматами, которые можно в горшках выращивать. Редис, который не уходит летом в стрелку, так же, как и салат «Гринстар». Безупречная просто подборка томатов для открытого грунта, как начиная от маленьких чериков, вот у меня в руках золотой поток, и заканчивая крупноплодными бифтоматами. Все это можно вырастить своими руками. Здесь у нас в Подмосковье это вызревает замечательно. 5-6 кистей можно собрать. Если еще пару лет назад производители овощей и зеленых культур часто ориентировались на сорта и гибриды зарубежной селекции, то теперь налаживают отечественное производство. И селекционеры «Поиска» проводят в этом направлении большую научно-исследовательскую работу. Если мы говорим открытый грунт, это капуста, морковь, свекла, свекла, лук репчатый. Для теплиц, конечно же, востребованы наши разработки по томатам, по огурцам, перцам и баклажанам. Работа до сих пор ведется, и я уверена, что будут еще более крутые результаты. И наши российские семена, конечно же, в ближайшее время себя проявят еще лучше, и импортные гибриды мы перекроем. Здесь ведут селекцию по 18 овощным культурам. За 34 года селекционной работы создано более 830 сортов и гибридов. Каждый зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и у нас на сайте. До свидания.